Дочку Дугина я забанить не успел, но посмертно ей бан. Если сравнить данные переписи населения Украины и России, видно, что в России в 10 тысяч раз меньше нацистов. Реальные данные. Но на русском, вы смотрите, как их корежит, когда им на русском начинаешь вот это рассказывать. Он просто такой, заткнись, как святой водой. Выучите вы базу какую, прежде чем вы идете в интернете спорить. Ну выучите, что такое фашизм, что такое нацизм, что такое расизм. Здравствуйте, мои маленькие русофобы и любители фейков. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а значит, что мы в ближайшие десяток минут будем получать удовольствие, смешанное с отвращением, нырнув в пучину рашистской пропаганды и комментариев кривлеботов. В общем, все как мы любим. К сожалению, я потерял маленькую VHS-кассету с заставочкой. Но прежде я ее оцифровал, поэтому заставка. Где я был все 8 лет? Лёша банил. Где нотифицировал Тибет? Лёша банил. Может, фейки рисовал? Лёша банил. Что он только что сказал? Банил, баню. И буду банить! Господи, какой кач, я бы это слушал и слушал. Когда сделают уже 10-часовую версию этой заставки? Знаете, кого забанили с момента последнего выпуска «Лёша банит»? Дочку Дугина? Я тут ни при чем вообще. Это без меня все произошло, но это прекрасный повод послушать пропаганду в ее исполнении и разобрать, как это все работает. Здесь очень важно понимать, что Азовсталь и те нацисты, которые там сидят, это смерть. Ну, вот смотрите, идет сразу посыл. Азовсталь и нацисты, которые там сидят, это смерть. Просто вброс какого-то утверждения, основанное на чем? Слушаем дальше. И то, что сейчас происходит, это отвоевание. Русские пытаются отвоевать у смерти вот этих вот мирных жителей. Русские пытаются у смерти отвоевать мирных жителей. А украинцы с тобой воплощают смерть, получается, на Азовстали или армия Украины, а Россия, видимо, жизнь. Жизнь. Это очень пытаются интересно. Отвоевать жизнь в прямом смысле. А что такое смерть? Вот даже вспомните, если классических поэтов, Навальса, например, он говорит, что смерть... Что такое смерть? Вспомним классического поэта Навальса. Вы знаете поэта Навальса? Оля, ты знаешь поэта Навальса? Я подготовился к передаче, я даже погуглил, понимаете? Это такой известный классический поэт, что пришлось даже гуглить. Немецкий поэт конца 17-го, начала 18-го, начала 19 века, 28 лет прожил. Мистик, хрен кому известный, ну, видимо, изучают в школах российских, раз он классический. Давайте послушаем, что Навальс говорит. Навальс, например, он говорит, что смерть — это утрата соборности. Вот в Украине... Вот так и говорил по-немецки. Смерть есть утрата соборности. Вы чувствуете, что сейчас три факта вместе, абсолютно никак не связанных, сложили в одну цепочку? Первое. Военные на Азовстали — это смерть. Второе. По заветам классического поэта Навальса, которого все знают. И третье, смерть — это отсутствие соборности. Но так как российские пропагандисты не в состоянии даже цитату предоставить, я ж пошел смотреть, потому что я думаю, что вообще все слова их надо проверять на правдивость. Естественно, они переврали цитату. На самом деле она звучит так у Навальса, кто бы это ни был. «Трата духа соборности есть смерть». Почувствуйте разницу. Говорит, что смерть — это утрата соборности. Смерть — утрата соборности или трата духа соборности есть смерть. В Украине вот эта соборность, единство народа, оно было утрачено, появилась куча группировок. Единство народа, объяснили. Поэтому приходится мне вам зачитывать определение. Соборность — понятие в русской религиозной философии, означающее свободное духовное единение людей как в церковной жизни, так и в мирской общности, общение в братстве и любви. И дальше говорится, термин не имеет аналогов в других языках. Так каким образом они это взяли из цитаты немецкого мистического поэта конца 18 века? Да, я копался в цитатах этого Навальса на немецком языке, потому что вся вот эта про соборность есть смерть, утрата соборности есть смерть, только в русских переводах есть. И в немецком я не нашел ничего похожего.
Скорее всего, там имеется в виду какой-то общий национальный дух, что было, в общем-то, в тренде у тогдашних немецких философов. Потому что до образования немецкой империи еще несколько десятков лет оставалось. Внезапно в русских переводах это заменяется соборностью и ссылаются на какого-то хер кому известного немецкого поэта, обозначая это русским словом «соборность». Как это относится к Украине? Вот в Украине вот эта соборность, единство народа, оно было утрачено. Появилась куча группировок с агрессивными тенденциями, с агрессивной идеологией и с абсолютно русофобией, которая была... С абсолютной русофобией. Вот эта утраченность соборности есть во всех демократических странах, потому что там людям... Можно собираться по интересам группки. Вот тут они хомячков любят, тут вышивать, вот тут русских ненавидят. Понимаете, по интересам собираются. И это не ваше дело им говорить, что и как им делать. Я уж думаю, что как сейчас сплотился народ Украины против российской агрессии, соборность вообще, наверное, зашкаливает. Сотворена не на протяжении там 8 лет, она была сотворена с начала 20 века. Например, посмотреть на работу интегрального националиста Дмитро Донцова, который писал... Интегральный националист Дмитро Донцов. На кого она ссылается? Что за Навалис? Что за Дмитро Донцов? Известный этот идеолог украинского национализма Дмитро Донцов, о котором знает, видимо, только Дугина. Что необходимо, чтобы воля возобладала над разумом, можно убивать своих же, если они не солидарны с твоим украинским национализмом. Вот. Ну, если Дмитро Донцов об этом написал, что может убивать своих, то, естественно, надо сейчас идти всю... В начале 20 века об этом Дмитро Донцов написал, а сейчас надо, поэтому это оправдывает, в принципе, убийство всех украинцев. Ну, тут еще много слушать, просто типично, как это сделано. Вам наваливают... По очереди несколько фактов очень быстрым языком, чтобы вы не успевали, ну, мы-то с вами успеваем, я успеваю это все обдумать, у меня сразу начинают возникать вопросы, в смысле, сидящие в Азове нацисты это смерть, почему они смерть, как он просто, почему они смерть, это такой вопрос. Дальше, Навалис, как говорил классический поэт Навалис, для кого он классический, кто его назначил классическим, почему вы вообще этого Навалиса притянули, кто знает этого Навалиса, почему вы перевели его слова как соборность. И после этого идет перескок на какого-то украинского националиста начала 20 века, которого тоже хер кто знает. Как вы понимаете, я такой фигни могу напридумывать выше крыши. Например, здесь очень важно понимать, что Путин — это моль. И то, что сейчас происходит, это украинцы пытаются отвоевать у моли вот эти шубы, одежку всякие, трусики детские. Это очень интересно. Что вообще такое моль? Если вспомнить великих русских писателей, например, Салтыков-Щедрин писал в «Современной идиллии», цитата, «Кое-где сукно было побито молью, а на одном мундире оказалось даже вывороченным». Вот Россия – это сукно, связующая ткань народа. Это сукно было утрачено. И все это сотворено не сегодня. Это началось еще в начале 20 века. Квантовый философ Мефодий Копыта писал, что воля возобладала над разумом, поэтому можно убивать своих же. И всего, что я говорил, придуман только Мефодий Копыта. На самом деле есть и цитаты Салтыкова-Щедрина про моль. То, что Путин это моль, я также притянул, что солдаты Азова это смерть. И специально это все соединил вот таким вот единым клеем. Вам понятно, что это бред, потому что я это говорю в саркастическом тоне и в шоу, которое и призвано это все обсмеивать. А когда подобный бред говорят с серьезным щаслом, как это делала Дугина и многие другие пропагандисты по телевизору, причем быстрой-быстрой скороговоркой, чтобы человек не мог опомниться и начинать думать, потому что там же противоречие уже начинается прям с самого первого предложения. И на эти противоречия нанизываются еще новые, как бы вместе, по идее, каждое отдельное предложение может быть правильным, потому что, например, цитата Салтыкова-Щедрина из «Современной идиллии» — это реальная цитата. Или тот факт, что моль ест шубы — это же реальность, так и есть. Или одежду, да? Но соединив все вместе, вы получите дичайший бред, направленный на оправдание агрессии России в Украине. Дочку Дугина я забанить не успел, но посмертно ей бан.
Эх, хорошо с мужиками, по-моему, в баньке сидим. Я, правда, в маечке, но... Сейчас немножко разогреюсь, буду тоже топлес. Нет, не буду. Даниил Жихарев пишет под видео, что у нас на душе. Вдруг кто не видел это видео, обязательно посмотрите на канале, на главной странице. Ну, я и ссылку в прикрепленный комментарий в описании добавлю. И вот здесь, вот там где-то должно появляться тоже туда ссылочка. Там люди из Украины, из России, из других стран рассказывают, что у них на душе. И вот под этим видео Даниил Жихарев... оставляет комментарий. Я еще обратил на это внимание, потому что у меня есть родственники в России, у которых фамилия Жихаревы. Возможно, тоже какой-нибудь мой родственник, представляете? Пишет: «Бесит, что русские идут против русских. Я про людей, которые против войны. Там пишут арты, поддерживают Украину». Арты, наверное, ну, имеется в виду картины, да? «Я-то понимаю, есть люди, которым нужно соболезновать. Но для чего тогда Россия начала проводить спецоперацию?» Вот у нас тоже такой же вопрос, Даниил. «Там в Украине одни нацисты и фашисты». В скобочках, не все. «Одни нацисты и фашисты» — не все. «Я вот переписывался с украинцем, который желал, чтобы СССР не выиграл, чтобы все умерли и чтобы он жил в Германии при Гитлере. Он еще его восхвалял. Это норм?» Нет, я считаю, Даниил, что это не норм, что ты с такими людьми переписываешься. Очевидно, что они на тебя как-то повлияли. Я, конечно, понимаю, что в России тоже есть такие люди, без исключения, но их раз в 10 тысяч меньше. Глубокая аналитика пришла, социология, я бы даже сказал, статистика и данные переписи населения. Если сравнить данные переписи населения Украины и России, видно, что в России в 10 тысяч раз меньше нацистов. Реальные данные. «Я не патриот России», пишет Даниил, «но ВВ Путин сделал все правильно. Нужно еще в 2014-м было начинать, а то они не начали в 2014-м походу. Но лучше поздно, чем еще позднее и сложнее воевать, чтобы больше потерь было у обоих сторон. Также, Алексей, я не пойму, зачем вы в USA переехали. Там все американцы русские, русских, видимо, убить хотят. И что не сделать, а вы с ними». Ну, тут что-то у него вообще потерялась мысль в предложении. Короче, американцы хотят убить русских, а я в США, видимо, все, кто находится в США, тоже хотят автоматически убить русских. «Может, тупо ради Ютубы, но не в Америку же, в Польшу, к примеру. Это на русофобство смахивает». То, что я переехал в США вместо Польши, смахивает на русофобство. А указивки мне, куда переезжать и что мне делать с моей жизнью, на что смахивает? Смахивает на расизм, да? «По скриптум. Ненавижу такую херню комментировать, но у меня просто горит, когда защитники борются с народом, который всегда, в кавычках, может остановить, в кавычках, войну». По скриптум я вообще не понял. «Ну, ненавижу такую херню комментировать, но пару абзацев я вам напишу. Я скакала 3 дня и 2 ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны». Ну, в общем, здесь штамп на штампе. В Украине одни нацисты и фашисты, но не все. «Я переписывался с украинцем, который желал, чтобы все умерли. А я не просто переписывался с россиянами, но и комментировал в шоу «Леша банит» россиян, которые желают, чтобы украинцы все умерли. Я понимаю, что и в Украине могут быть люди, которые желают, чтобы все умерли, но их в 10 тысяч раз меньше. Я не патриот России», пишет Данила, «я просто люблю, когда убивают людей». Ну и половина комментария так сформулирована, что я при всем желании не могу понять, что человек хотел нам донести. Несомненный бан. «Я воевал, дед! Я рад за тебя, ё-моё, нужно было не воевать, я тут у каких дел. Так я ноги потерял, дед. Да хоть 3 потеряй, мне как-то без разницы. А там же нацисты, дед, не детей, не сынок. Дед, ну будь ты человеком. Сынок, не могу я быть человеком. Ну как ты не можешь, ну будь ты человеком. Нет, я очень... Ну за что я отдал свои ноги? Ну, наверное, за свою семью пытался, но ничего не получилось, правильно? А как поехали! Же, а как же денацификация, дед? Видите, что проблемы. Чего там хуйня, дед, поехали? Сохраняли нашу родину! Блин, зарожденца уберу и поедем. Куда ты меня сейчас денешь? Да я сейчас своих позову, ты чё? Ты куда?
Дед, давай без этого. Я с юнями тебе сам поеду. Дед, тебе сюда сегодня. Я узнаю, где ты живешь, дед. Наша постоянная рубрика «Эскадрон его твитов шальных». Да-да-да, мы сидим и читаем твиттер Олега Газманова. Он тут мало пишет, зато постоянно ретвитит всякие интересные сообщения. Например, светличная Лариса пишет, хотя я пролистал много его твиттера, он почему-то эту светличную Ларису очень часто ретвитит. Видимо, какая-то солидная медийная личность, инфлюенсер среди Газмановых. Многие недовольны возвращением испуганных патриотов-артистов и возмущаются, неужели этим предателям опять предоставят роли и эфиры на ТВ. Если это произойдет, то доверие к власти упадет обязательно, поэтому именно власти надо решать вопрос с политикой нашего ТВ, театров и кино. Просто очередная цензура, и они рассказывают, что Россия самая свободная страна на планете. Против войны? Вон из профессии, больше не будешь выступать. Военкор Настя Елсукова, упорная, храбрая, безумная, не может снимать издалека, ей надо в пекло, камеру не выключает ни на минуту. Была в Рубежном, в промзоне Лисичанска, под Солидаром и Попасной, все видела. За полгода 3 контузии, ранения, ничего, такой список для девочки 19 лет. Предположим, если так все и было, конечно... Несмотря на то, что он на другой стороне храбрый, действительно и безумный, у меня такой вопрос, кто пускает 19-летних детей что-либо снимать, и откуда у нее уже навыки на это есть? Не знаю, по-моему, нельзя детей отправлять снимать войну. Понятно, конечно, цитаты из Задорнова. Твиттер под названием «КГБ СССР». «КГБ СССР» в скобочках «ЗОВ». Пишет: «Для особо тупых и упоротых». СВО началась, чтобы не было повторения 22 июня 1941 года. То есть все еще вот это разгоняется фигня, что если бы не напала Россия, то напала бы Украина. Я как раз после вот этого блока про твиттер Газманова вставлю подоляку. Объясните мне, русские, как вы себе это представляете? В канун 24 февраля сидит Зеленский, советники, главком, министр обороны, и Зеленский спрашивает: так, сколько у нас людей в армии? Он говорит: 250 тысяч. Он говорит: а у русских более миллиона. Угу. А сколько у них танков? Раз в 7 больше, чем у нас. А авиации? Раз в 20 больше, чем у нас. И если я не ошибаюсь, у нас нет ядерного оружия, а у русских есть. Все сходится, да? Отлично! Атакуем! Не люблю легких задач. И давайте еще за компанию захватим Беларусь. Вы реально верите, что вот это выглядело так, и поэтому вам пришлось нанести превентивный удар? Леша Банев. Простые швейцарцы заботливо отмыли памятник Суворову в Альпах, оскверненный украинскими бешенцами. Бешенцами написано. Не беженцами, а бешенцами. Я считаю неправильно. Я, конечно, понимаю украинцев. Вот все, что украинцы хреновое сейчас делают, это все всегда понятно и объяснимо. Не надо ходить осквернять памятники в других странах. Но и новость это не простые швейцарцы отмыли, это россияне, живущие в Швейцарии. Я просто пошел, проверил, я же все вот эти новости вынужден ходить проверять. На слово хрен им поверишь. В Калининграде 12-летний школьник Вова Дорофеев открыл в подвале своего дома музей Великой Отечественной войны. Экспонаты он много лет собирал по блошиным рынкам и антикварным лавкам. Вот это поколение растет. Ретвитит Олег Газманов, КГБ СССР. Ну, как говорится, главное, чтобы по подъездам не шарились. Правда, в данном случае Вова шарился по блошиным рынкам и антикварным лавкам. Тем не менее, по-моему, замечательное хобби, почему нет? Но, тем не менее, это не должно быть такой вот офигительной новостью, которую ретвитит инфлюенсеры, о которых сообщают информационные каналы. Это должно быть нишевой новостью для любителей старины. Двуличный человек. Ну, во-первых, я историк, патриот, настоящий дипломат. Когда был инструктором по летотделу, я хороший спортсмен по многим видам спорта. У меня были кое-какие способности. Я, Дмитрий, пограничник. И я написал Конституцию для Украины. Я параллельно заканчивал школу лекторов. Uh-huh.
Я тогда какое-то время общество знания возглавлял. Я международником всегда был. Я работал в сельском хозяйстве директором. Ну, я постоянно в церковь хожу. Я профессиональный футболист. Вы имеете дело с фотографом советским. Я побывал во всех войсках. Я думаю, вы много версий слышали о том, почему застопорилось наступление России в Украине. Например, они не хотят мирных жителей убивать, говорят они, уничтожив несколько городов, да? Вот еще одна версия в твиттере Газманова. Есть много чего непонятного. Почему не наступаем, не окружаем, в плен не берем? А что с ними потом делать? Перевоспитывать? Без толку. Расстреливать тысячами? Свои не поймут. Да, то есть, он даже, кстати, он пишет, расстреливать тысячами не то, что это типа не по-людски, не по-христиански, не по-человечески, а свои не поймут. Так бы он расстреливал тысячами. Дальше, перевоспитывать он написал. Перевоспитывать без толку. А как же денатификация и демилитаризация? Поэтому потихоньку, планомерно выбиваем личный состав и технику. Фугасами этого не сделать. То есть они уже просто не скрывают, что просто воюют с Украиной. Личный состав армии Украины. США контрабандой вывозят из Сирии 83% добываемой в стране нефти. Вы понимаете, любые страны, они типа не ангелы. Но вы делаете, вот когда вот пишете об этом, ну почему вы не даете ссылок на те места, откуда вы это берете, чтобы ты мог это проверить, потому что какие-то видео показаны, какие-то... США контрабандой выводят из России 83% добываемой в стране нефти. Как это контрабанда, если все об этом знают? Зачем США вывозить нефть из Сирии, если у нее поближе есть? Ну, то есть, как бы сразу начинаются просто вопросы. Но, наверное, там объяснено в статье, вот откуда ты это взял? Просто дай туда статью, мы перейдем и убедимся. Да, США контрабандой вывозят там нефть, сволочи, опять эти америкосы какую-то пакость делают. Нет. Просто вбросим. Стратегия ментальной безопасности России основана на российских традициях, справедливости и морали. Необходимо подписать Международную конвенцию о защите семьи. Для начала странам ЕАЭС, БРИКС и шире. Нужно создать Евразийский суд по правам человека. Это, конечно, здорово, если бы вы еще до этого не отменили... уголовную ответственность за насилие в семье. Потому что ментальная безопасность основана не на равном положении мужа и жены, а на российских традициях, справедливости и морали, что бы это ни значило. Потому что всегда под эти слова можно натянуть что угодно, на кого угодно и когда угодно. Я думаю, на сегодня достаточно шальных твитов. Украинский язык стал образом русофобии. Понимаете, да? То есть словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас и для мира, в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России. Поэтому если, я очень испугался, потому что если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это абсолютно, абсолютно заложенная мина во всю историю. Ух ты, как вы много уже посмотрели. Тогда самое время поставить лайк этому видео и написать комментарий о том, какой я умный, красивый, как вам все нравится. Или поставить дизлайк этому видео и написать комментарий о том, где я был 8 лет, когда бомбили Донбасс. Но если вам очень понравилось, то может стоит поддержать канал спонсорской подпиской или конкретно это видео супер спасибо. Ваша финансовая поддержка вдохновляет на новые видео, которые, я надеюсь, в ответ вдохновляют вас. Спасибо и поехали дальше. Алексей Соболев пытается меня пристыдить. Кстати, это вообще вот этот вотэбаутизм, когда они
начинают, вот ты это, ну а что насчет вот этого, типа, ваше говно должно оправдывать какое-то другое говно происходящее. Ну ладно, Леша, с твоей позиции по поводу специальной военной операции понятно, ты говоришь, что это убийство и геноцид, твое право. Но ну, я говорю, это не происходит, это только я говорю, на самом деле это, конечно, освобождение, как там, от смерти, русские солдаты несут жизнь, да. Ты говоришь, но почему ты говоришь об этом только сейчас? Откуда это лицемерие? Столько лет украинские власти убивали детей, женщин, стариков в Донбассе и Луганске, из-за чего? Из-за того, что они не признали переворот? Из-за того, что не захотели принимать западные ценности? Вообще, Алексей Соболев у меня 2 года подписчик. Я не знаю, как работает YouTube, как люди вообще себя ведут на YouTube. Но одно из популярнейших у меня видео, 43 тысячи просмотров, называется «Срединная Литва». Я его сделал в 2015 году, как раз когда ДНР, ЛНР образовались. Вот смотрите его начало. Вы думаете, маленькие непризнанные республики – это выдумка нынешнего времени? Вы думаете, раньше не было такого, что вооруженные люди захватывали какую-то часть территории, а потом проводили референдум о присоединении к другой стране? Все это было. Вы слышите Лешу Халецкого. Это очередной выпуск «Моментов истории». И сегодня я вам расскажу о Срединной Литве. И я на примере Срединной Литвы, вот такой же народной республики начала 20 века, показываю, как эта вся фигня создается, кто виноват, ДНР, ЛНР. И, естественно, я обвиняю в этом всем Россию. Мое отношение к этому, я высказываю, понимаете, разница между вами и мной, неуважаемые рашисты, в том, что я не флюгер, который вот так вот поворачивается. Есть конкретные человеческие законы правды и здравого смысла. И когда ты видишь зло, ты это так и называешь. И у меня все ходы записаны, я, блин, видеоблогер. Я просто жалею, что я мало об этом говорил. Вот сейчас еще раз повторюсь. Но Алексей Соболев, я не говорю об этом только сейчас. Я о ДНР и ЛНР говорил в тот год, когда их создала Россия, когда она отправила туда, ну, отправила она раньше этих Гиркина и прочих Моторол с Гиви, создала там. Поэтому вы только сейчас, Алексей, из вашей телевизионной пропаганды узнаете, что там происходило. А я в этом был тогда, когда это было. И с памятью у меня, слава богу, все хорошо. И вы приходите, притягиваете ко мне сюда, в комментарии, вот это говно с телевизионных экранов, которыми вас пичкают в России, и обвиняете меня в лицемерии. Хотя обо всем этом я говорил тогда, когда это происходило. И он меня дальше, знаете, затыкает, пишет: «И не нужно мне писать, что я ничего не понимаю». Согласен, я тебе не буду это писать, я тебе вот в видео скажу. Ты не просто ничего не понимаешь, ты даже не хочешь в этом разбираться. Ты руководствуешься слепой верой. Ну и, видимо, еще надеждой на то, что все само рассосется, ну и явно не любовью. Это другое, что это был внутренний конфликт, не надо было лезть и все такое. У меня есть куча знакомых и дальних родственников с Донецка, которые бежали от террора украинской власти. Почти в каждой семье были жертвы, ВСУ убивали простых людей, ни в чем не виновных и безоружных. Теперь они заплатят за это, слава России. Ну, с тем же успехом украинцы рассказывают, что у них куча родственников с ДНР и ЛНР, которые... Блин, что, какие украинцы рассказывают? У меня в чате Дискорда прямо вот сейчас, сегодня человек сбежал с ДНР, слава богу. Молодой парень, которого могли забрить в пушечное мясо. Кто создал эту ситуацию? Вам по телевизору рассказывают, что недовольные шахтеры Донбасса восстали против госпереворота. Пошли, купили в военторге оружие и танки, и артиллерию, и воевали с украинской армией успешно. И украинская армия так 8 лет бомбила Донбасс, что Донецк выглядит лучше, чем некоторые российские города.
На самом деле Россия, воспользовавшись политическим кризисом, запустила в Украину грушников, которые ГРУшников. Гиркин, Безлер, кто там еще был с российскими паспортами. Они сами об этом рассказывают. Вы, господи, вы почитайте Гиркина, он сам об этом рассказывает. Почему Алексей Соболев в 2 года у меня в зрителях и до сих пор не научились критически думать? Искать информацию. Запустили ГРУшников с оружием. Я еще напомню, на Донбасс привозили под видом гуманитарной помощи. Помните, были такие эти КАМАЗы, по-моему, с белыми. Завозилось оружие с белыми, как бы они белым покрашены были. Завозилось оружие туда. И таким образом поддерживался конфликт. И, по-моему, наоборот, надо благодарить власти Украины и ВСУ, кто там был у них, что они не расхерачили нафиг Донецк, чтобы его захватить, как это сделали россияне с Мариуполем, Северодонецком, какие там еще города, Песками и прочим. Возьмите вот сейчас фотографии Мариуполя и Донецка и сравните. 8 лет бомбили Донецк и сколько, месяц Мариуполь? Это что, это надо быть слепыми, это для кого вы это пишете? Они приняли решение оккупировать нашу страну. Но так как в 2014 году они приняли это решение, и хорошенько им по роже мир не дал, но не дал, они пошли дальше, и дальше, и дальше. А мы им по роже даем. И сразу туда же еще одного. Вот я лично за Россию, ведь эти украинцы убивают людей на Донбассе просто потому, что они русские. Они ненавидели и ненавидят нас просто потому, что мы русские. Послушай, придурок, большинство жителей Харькова и Мариуполя по переписи населения называли себя русскими. И все то время, до 24 февраля, пока они были в составе нацистской Украины, там почему-то никого не убивали. Но как только Россия начала спецоперацию, в Харькове и Мариуполе начали умирать русские. То есть укронацисты ждали, пока Россия нападет, чтобы начать убивать русских. Я правильно понимаю эту логику? Кроме того, я сделал на этом канале уже видео по поводу геноцида Донбасса, где, блин, на пальцах рассказываю, что уже геноцид просто закончился. Пожалуйста, опять ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. Посмотрите это видео еще. Но я понимаю, что тут к разуму сложно взывать, когда у тебя постоянно, у тебя только мозг присоединен к телевизору, где тебя накачивают. Вас ненавидят, потому что вы русские. Вас ненавидят, потому что вы русские. Весь Запад ненавидит нас просто потому, что мы русские, пишет мне вот человек. Меня ненавидят просто потому, что я русский. Нет, тебя ненавидят, потому что Россия напала на Украину и убивает украинцев. Как только вы соберете свои войска, уйдете из Украины и начнете выплачивать репарации, отношение к вам улучшится. Не станут, конечно, вас офигительно любить, но хотя бы уже начнут принимать за людей. Таких фашистов я максимум ненавижу. Так еще и тоже, ну опять что-то какие-то проблемы с русским языком. Они русские, там за русский язык, но по-русски писать и разговаривать очень тяжело, я понимаю. Каким-то странным образом я, белорус, и украинцы, с которыми я общаюсь, лучше по-русски разговаривают, чем сами русские. И вот настолько русский язык геноцидят в Украине. Итак, делаешь видео, оказывается, только для украинцев, а не для всех. Нет, почему? Я для всех делаю видео. Насрать тебе на русских подписчиков. Нет, мне насрать на расистов. На расистов. На русских зрителей, на россиян, это так скажу, всех жителей, казахов, всех, кто не поддерживает агрессию России против Украины, мне не насрать. Тех, кто поддерживает эту агрессию, на них мне насрать. Судишь о людях просто по нации. Это натуральный фашизм. Нет, судить о людях по нации — это нацизм. Господи, ну выучите вы базу какую, прежде чем вы идете в интернете спорить. Ну выучите, что такое фашизм, что такое нацизм, что такое расизм. Все измы. Анонизм. Хотя нет, я думаю, это ты знаешь. Я такое осуждаю и презираю. Очень важная информация, держи нас в курсе, пожалуйста. Все, что ты осуждаешь и презираешь, очень интересно. Эти два индивидуума, несомненно, отправляются в бан, а мы идем дальше. Просто фото. Запишу.
решение. О! Есть? Есть. Ура! Ура, 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 все, молодец, да. Рассадь жречком, мужик. Давай крабика своего. Все, молодец. Ладно, есть что сказать. Уважаемые офицеры, сержанты и все остальные товарищи. Майор. Майор? И дважды майор. Вот, и дважды майор. Побывали мы все в таких местах, что потом страшно потом вспоминать. Я хочу, вот, ну, несмотря на то, что со мной такая ситуация случилась, у кого-то еще хуже, еще тогда. Я хочу сказать, что, ну, нету смысла убивать. Надо идти вперед, и все будет хорошо. Умница моя, правильно. Молодец, Молодец. Еще одна наша постоянная рубрика «Читаем пропаганду на Царьграде». Кто вдруг не в курсе, это телеканал, новостной сайт, который себя позиционирует как «Первый русский». То есть вот это вот, по мнению рашистов, не нацизм, да? Я, кстати, замечаю, что иногда в комментарии приходят рашисты с нерусскими именами и фамилиями. Вас не смущает, что один из популярнейших СМИ-ресурсов России называется «Первый русский», а не «Первый российский»? Ну и цвета, кстати, сайта — это отсылка к флагу Романовых, то есть к имперскости. Желтый, белый и черный. Кстати, номинальный владелец Царьграда недавно сдал Ройзмана, именно он написал донос на то, что Ройзман дискредитирует российскую армию. Давайте в подробности не вдаваться, а чисто почитаем заголовки. Три факта о России, которые вас удивят. Блин, ну, все-таки сразу хочется почитать, что за факты, которые нас удивят. Так, под угрозой люди из АЭС, санкции санкциями одружить придется, в Финляндии испугались. И какие... во-первых, в чем тут факты о России? И что именно нас тут должно удивить? Юсси Халла Ахо, депутат финского парламента и председатель комитета по иностранным делам, заявил, что русская победа в Украине совершенно недопустима. Мощи коллективного Запада противостоит развивающаяся аграрная Москва. При этом, отвечает Халла Ахо, противостоит более чем успешно. Ведь это позор просвещенным и промышленно мощным европейцам проиграть каким-то отсталым русским. Давайте проверим. Ссылка. Я проверил, что вот этот финский сайт — это настоящая государственная телерадиокомпания Финляндии, а не какой-то пророссийский. Так, ну я просмотрел весь текст. Тут нету его заявления, что Россия успешно противостоит коллективному Западу. Начнем с этого. И вот это, например, важное, что Царьград не цитирует. Если Россия добьется результата, который она может интерпретировать как победу, это приведет к новой войне с задержкой в несколько лет. То есть, очевидно, этот чувак, хотя просто неизвестно кто, зачем они его цитируют, говорит о том, что надо одержать победу над Россией. Так что уже по этому заголовку, кстати, было заметно, как врет пропагандистская СМИ. И три факта, которые нас удивят о России, почему-то о России почему-то говорится. Три факта о России, которые нас удивят. Почему-то берется цитата финского депутата о том, что Россию надо победить. Украина — государство-террорист. Серия убийств стала прямым доказательством. Вы знаете, мне кажется, российская пропаганда очень легко, очень просто работает. Она берет то, в чем обвиняют Россию, и мгновенно это переворачивает. МАГАТЭ готовит спектакль на Запорожской АЭС, а Киев — убийство. Я так понимаю, МАГАТЭ готовит кукольный спектакль. Это ж кукловоды с Запада пришли дискредитировать Россию. Хватит спецопераций, Киев перешел черту, Россия делает новый шаг. Интересно, а вот вы как считаете, что вот Украина, какую такую черту она реально может перейти, чтобы кто-то сказал, ну это что-то слишком. Ядерную бомбу кинуть?
Нагоняй от Путина, Казахстан прикрыл лавочку по продаже оружия на Украину. То есть, понимаете, они изображают в заголовках такое, что Путин все еще типа такого императора Российской империи дает нагоняй какому-то там казахстанскому хану, который, ай-ай, боюсь, все, не буду продавать оружие в Украину. В такой ситуации я считаю неправильным, что посольство Соединенных Штатов находится в самом центре Москвы. Мне кажется, будет правильным левым и патриотическим силам инициировать перенос этого гадюшника куда-нибудь подальше, за 101 километр. Поставить им там деревянные бараки и туалеты на улице. Незачем поганить сердце нашей столицы. Вы согласны? Тайна 2З. Бенефис Зеленского подходит к концу. Ну-ка, давайте узнаем, что за тайна 2З. Хотя я представляю, приблизительно какой-то бред может быть. На Украине скоро поменяется власть. Вместо клоуна у руля станет генерал. Зачем это потребовалось Западу именно сейчас? Запад начал готовить уход президента Владимира Зеленского и активно пиарить его замену главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Но я вот теперь понимаю, почему у них вот такой борщ в голове. Им же вот реально... Ну, сообщают новости. Ну, вот если вот ты реально вот это читаешь, Царьград, да? Ну, ты же не можешь вот действительно это все проверять. Вот человек не может ходить. Вот я просто, ну, пару новостей Царьграда проверил, понял, что они лгут, нахрен мне это дальше читать. А человек, ну, вот изначально вот он начал каким-то образом этот Царьград читать. Возможно, даже попал на, ну, какие-то правдивые новости, реальные. Втянулся, и вот тут и пишет, и нормально. Вот он себе представляет все, что происходит в мире, вот по таким новостям. Налицо все признаки того, что Россия, уже занявшая 20% территории незалежной, вот-вот решительно пойдет вперед. Что оставшаяся без русских энергоносителей Европа в ужасе от наступающей зимы. И Запад в основном исчерпал свои возможности по оказанию военной помощи Украине. Ссылки, естественно, вот эти ссылки на сам Царьград, естественно. Теперь смотрите, что пишет Times. В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года. Где ссылка на заявление это Times? Почему мы не можем перейти и вот это заявление Times прочитать? Такая же ситуация во всех европейских странах. Давайте посмотрим тоже, естественно, на статью на Царьграде. Путин проводит чистку лидеров Европы. Господи. То есть они вот реально вот это читают и действительно живут вот в своем таком мире, где Путин проводит чистку Европы, где у Великобритании и у Европы уже не осталось денег на поддержку Украины. Блин, и смотрите, и в этой статье все ссылки... Да, это все... Ну, просто вам не видно, я у себя вижу... Что это все ссылки на Царьград, на сам Царьград. То есть они сами пишут, сами на себя ссылаются. Блин, это даже не проверить, понимаете? Они сами просто придумывают выдуманный мир, да? Самое время вспомнить о прозвучавшем несколько дней назад заявлении единственного вменяемого европейского политика, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Анекдот старый вспоминается. Жена звонит мужу и говорит: «Дорогой, ты там аккуратней. На дороге сейчас по телевизору сообщили, что на автостраде какой-то мудак едет по встречке». Муж отвечает: «В смысле один мудак? Да тут их сотни». Так вот и здесь. Единственный вменяемый европейский политик Виктор Орбан. О чем заявляет единственное вменяемое средство массовой информации в Европе Царьград. И все ссылки на статьях сами на себя. Там, где ссылки на реальное европейское СМИ, например, я вот сейчас с финским показал, они просто переворачивают слова, которые говорит, не договаривают то, что там написано, и изображают совсем не то, что там есть. Просто поразительно. И мне реально вот страшно за людей, которые вот именно в таком информационном пространстве живут. Они вполне могут не проверять это все дело. Хотя у вас должны задаваться вопросы. Я не знаю, я вот любые новости читаю, какое бы средство массовой информации, я, поверьте, я средство массовой информации рашистов вот читаю только для Леша Банит. Мне этого достаточно вот так, я думаю, вам тоже. Но неважно, даже средства массовой информации, которым мы доверяем, мы все равно их должны читать с постоянной фигой за пазухой, то есть критически относясь к тому, что они пишут, постоянно задавая сами себе вопросы, а не принимая на веру все, что там пишется. Мы журналисты с Украины. Мы хотели бы с вами поговорить и дадим поговорить с вашим сыном. А откуда взяли, что у меня есть сын?
Это ваша мать? Да. Ну, он сейчас сидит рядом с нами, он в плену в Украине. Кто вам такое сказал, что у вас и у меня есть сын? Он нам лично и сказал. Смотрите. Вы не хотите говорить? Вы не хотите говорить со своим сыном? Я не хочу говорить. А вот новый нарратив, посыл, который начинают россияне разгонять у меня в комментариях. Например, Химмель пишет: «Алексей живет счастливо в Штатах и яростно болеет за Украину. Пусть болеет дальше, и, возможно, ему следует задуматься о переходе на английский или белорусский, а лучше сразу на украинский язык в выражении своих мудрых мыслей. На русском говорят отвратительные расисты, которые все на одно лицо – зверьё». В общем, не будем растекаться мыслью по древу, дизлайк и отписка, желаю всего плохого. И сразу давайте второго чувака послушаем. Уважаемый Алексей и большинство других украинцев и белорусов с ястребиной позиции, зачем вы с нами вообще разговариваете? Я имею в виду с россиянами. Но это, сразу остановлюсь, что предыдущие, что этот, они постоянно вот, они считают, что они за всех россиян говорят, и что я вот разговариваю прям со всеми россиянами, что все россияне такие, хотя приходят постоянно россияне, говорят, что мы не такие. Я уже молчу о том, что вы вообще-то должны защищать русский язык, а не наоборот говорить другим, чтобы не разговаривали на русском языке. Мне кажется, вы сейчас дискредитируете русский язык, я бы на вас доносик-то писал, конечно. Совершенно очевидно, что на войну мы смотрим с совершенно разных позиций, и позиция иностранцев из бывших советских республик в несколько раз радикальнее. Для украинцев уже нормой стала ненависть ко всему русскому. Неважно, защитная реакция это или не защитная, но с этим невозможно спорить. А не знаете, что случилось? Почему они так стали ненавидеть все русское, не в курсе? Многие украинские лидеры мнений открыто говорят, что все русские плохие, что мы на генетическом уровне имперцы, что нам надо запретить ездить в Европу. В практической сфере это подкрепляется борьбой с российским культурным наследием, сносом памятников, например. Белорусы, надо признать, это одобряют. Достаточно посмотреть, что пишут в Нехта. Я уже миллион раз... Я уже устал оправдываться за Нехту. Я на второй день белорусских протестов писал у себя в Фейсбуке, что Нехта это говный ресурс, не читайте и не следите за ним. И по прошествии 2 лет мое мнение не изменилось. Нехта это желтый говный ресурс. И он больше дискредитирует дело, например, чем помогает. Вот вам пример, видите, на него ссылаются подобные люди. Вы, Алексей, если полностью и не разделяете эти настроения, то в целом мыслите в похожем направлении. Я не знаю, называли ли во время Второй мировой Гёте идеологом фашизма, как сейчас многие называют Цоя или Пушкина идеологами русского мира. Так слушайте, если вы не знаете, вот почему, вот ты конкретно пишешь, я не знаю, называли ли, если ты не знаешь, то почему ты пишешь? Я тебе могу сказать, что идеологами фашизма немецкого называли как минимум Ницше и Вагнера. Ну ладно, но очевидно, что для немецкого антифашиста такое обращение с его родной культурой было бы неприемлемо. Как это вам очевидно? Вот где у вас логическая связь из того, что вы заявляете, и что из этого вытекает? Как это очевидно? То есть, например, если бы немцы на оккупированных территориях поставили памятники Гёте во время оккупации, то вернувшаяся советская армия, освободившая эти места, эти памятники бы оставила, вы это хотите сказать? I don't think so. Дальше он продолжает. Нам на самом деле, правда, очень непросто приходится. Сейчас смотрящие меня украинцы заплакали. Да, мы не умираем под бомбами, но нас ненавидит фактически весь мир. И от нас, по сути, ничего не зависит. И при этом то, в чем мы не виноваты, вешают на нас и даже на наших неродившихся детей и давно умерших предков. Поэтому, пожалуйста, если уж вы всех русских берете под одну гребенку, уходите в свое медиапространство. Это мне, знаете, напоминает маленького мальчика, когда ему родители говорят что-то сделать, а он, чтобы это не делать, он думает, если он этого не услышит, то и делать не надо будет. Знаете, так вот зажимает ушки, такой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот так вот делает. То есть, если я это не слышу, если я это не вижу, то есть
Если я что-то не вижу, так вот спрячусь, то и меня не видно. Если я этого не слышу, то этого и не происходит. Видите, уже идут комментарии, типа заткнись, уйди из нашего медиапространства, не расстраивай нас, просто не расстраивай, не говори нам ничего плохого. Мы не хотим слышать ничего плохого, мы расстраиваемся из-за этого. Многие украинцы с началом войны полностью перешли на свой язык, так что нам их не понять, и это прекрасно. Это вот, уважаемые украинцы, вам пример, почему многим все-таки надо на русском делать контент. Есть конкретно контент, направленный на Украину. Несомненно, это должно быть на украинском сделано. Но на русском, вы смотрите, как их корежит, когда им на русском начинаешь вот это рассказывать. Он просто такой, заткнись, как святой водой. На бесов пырскаешь, да, и они так шипят, такие, нет, и тут, нет, не говори с нами на русском о том, что нам не нравится. Почему бы и белорусам так не сделать? Тем более, что ваш язык вообще на грани вымирания, ему любое распространение не помешает. Я думаю, точнее, я знаю, что в Беларуси есть люди, которые намного лучше меня говорят по-белорусски, которые песни делают на белорусском лучше меня. У меня, кстати, есть песня на белорусском языке, «Вечер» называется. Раптовно надышоў вечер, тихо-тихо и неяк трывожно. Нясе успамін пра сустрэчу и крочыць далей асцярожна. Так вот, если информация предназначена для широкого круга людей, то надо ее рассказывать на том языке, который поймут большее количество этих людей. Если бы я хотел американцам донести информацию о том, что происходит в России, я бы делал видео на английском. Если у меня будет информация, которая предназначена только для белорусов, я сделаю видео на белорусском. Но так как одна из задач моих шоу «Лёша банит», чтобы вас, расисты, корежило не по-детски, то я буду делать это на русском. Начните выпускать хотя бы мнение дилетанта на белорусском. Эта рубрика ведь не коммерческая, вы сами говорили. Если уж, как сказал Гордон, кончилось наше с вами братство, то зачем вы с нами вообще общаетесь? Облегчите жизнь и себе, и нам. Ну, и я еще раз повторю, может, до кого-то не доходит. Я с расистами не общаюсь. Я общаюсь с людьми в России, если мы говорим именно про русских, на русском языке, почему я это говорю, которые чувствуют себя сейчас покинутыми, которые ощущают весь трындец, который вокруг них происходит, чтобы их поддержать и чтобы они понимали, что их немало и что им надо за свою жизнь тоже бороться. Кроме того, меня смотрят не только в России, Украине и Беларуси, но и all over the world. Я повторюсь, русский язык продолжает быть языком международного общения. Смотрите, они за полгода перешли от того, что они спасают русский язык, до того, что прекратите разговаривать на русском языке. Это очень смешно. Скажите, за последние полгода жизнь поменялась с начала специальной военной операции у вас? Нет. Может, переживать стали больше? Нет. Чем я? Ну, меня это никак не затрагивает пока что. Мы втратили брата, втратили домівку и майже все втратили через тих. Росія. Ми з Херсонської області, Нова Каховка. Мій брат загинув у Маріуполі. Так, він був захисником Маріуполя. Ой, кажется, я всех на сьогодні забанив. Ребят, не стесняйтесь написати в коментарях ваші впечатления, поставить лайк, поддержать спонсорством или супер спасибо, а за это вам в подарок еще раз послушать заставку. Где я был все 8 лет, Леша банил. Где нотифицировал Тибет, Леша банил. Может, фейки рисовал, Леша банил. Что он только что сказал? Банил, баню и буду банить.